14 июня на стадионе «Юность» накануне открытия 21-го чемпионата мира по футболу FIFA прошел матч между футболистами клуба «Чита» 2000-2001 годов рождения. По итогам игры будет произведен отбор в резервный состав профессиональной команды. Ну, вообще у нас по краю непосредственно ФК «Чита» занимается около 600 детей. Вообще в крае несколько тысяч занимаются футболом. Ежемесячно, еженедельно мы проводим турниры городские, межмуниципальные, краевые. То есть, в принципе, футбол у нас развит на должном уровне. Для всех игроков это ответственный матч, ведь самая заветная мечта футболиста – попасть в состав профессионалов. Несколько недель усердной подготовки, чтобы доказать свое мастерство и умение владеть мячом. Ну, мы еще только начали подготовку, месяц как готовимся. Ну, зима у нас в Забайкалье длинная, на улице вышли полтора месяца. Ну, уже процентов на 60-70 мы готовы. Мы еще, так сказать, молодые, ну, будем стараться. А расскажите, пожалуйста, хотели ли бы вы стать тренером сборной России по футболу? Ну, каждый хочет стать тренером главной команды. Конечно, хотел бы. И хочешь ли ты попасть в резервный состав? Да, конечно, как все здесь. Ну, сегодня все будут стараться, чтобы показать себя и попасть выше. Какие шансы есть у сборной России на чемпионате мира по футболу? Ну, мне кажется, из группы должны выходить. По результатам матча со счетом 4-1 победителем стала команда ребят 2000 года рождения. С 14 июня по 15 июля Россия впервые в своей истории является страной-хозяйкой мирового чемпионата по футболу. Проведение чемпионата запланировано на 12 стадионах в 11 городах России. Юлия Сидельникова, Анна Спиридонова, Сергей Бумагин, ЗАП ТВ.